Всем привет! С вами Андрей Сонар. Сегодня я катаюсь на нашей новиночке под названием Покрафт Аврора. Катаюсь я уже полтора часа, и я, честно говоря, под впечатлением, под очень большим от этой лодки. Я вот не буду тянуть кота за одно место, сразу скажу, блин, она быстрая. Она просто быстрая. Она не как Покрафт. Она летает, как хорошая байдарка. Она быстрее, чем фиш-каяк. Она скорее наравне с щукарем большим, с 380-м. Она прекрасно идет против ветра. В общем, наши конструкторы смогли. Как говорится, они смогли. Я уже ручонки потираю, из нее фиш-версию сделать. То есть два отсека, держатели для спиннинга, всякие какие-то навесные элементы, сумочки и все такое. И будет классный рыболовный Покрафт. Это на самом деле большая лодка. Ее длина 3,5 метра, ширина 1 метр. Весит она 3,75. Это без сидушки, но с толстым леером. Мне этот леер не понравился, я его сразу снял. Вот сейчас этого леера на борту нет. Я потом домой приду и взвешу, сколько этот моток вот такой вот толстого рафтового леера, который сюда навязали, сколько он весит. Вот мне самому интересно. Но, сдается мне, без него эта лодка будет меньше 3,5 килограммов весить. Сидушка весит около полукилограмма. Она здоровенная, со спинкой, удобная. Сидеть на ней также удобно, как на фиш-троне знаменитом, который стоит на фиш-каяке. И поэтому спина не устанет от многочасового пребывания в лодочке. В данный момент я в лодке уже... Так, сколько сейчас времени-то? 16:46. А я где-то в 15 на воду вышел. Вот. Ну, почти 2 часа я катаюсь, загораю. Витамин D получаю. Вот просто вот такой ненапряжный, великолепный ход. Прокатился я тут на скорость с GPS-ом. Крейсерская пятерка. В пике дал 7,1 скорость. Что для того, что может называться Покрафтом, это, скорее всего, недостижимая величина. А вот эта лодка смогла. 7,1 в пике. 6,5 где-то на таком вот. На продолжительном немножко участке, с сильной, с мощной греблей, но это самое, на достаточно продолжительном участке. Вот 7,1 это вот один раз вот GPS показал в такой, в момент такого самого вот супер разгона. По-моему, очень здорово. Что тут еще у этой лодки есть? Это у меня подставочка для камеры. Вот такая вот здоровенная, здоровенная носовая часть, которая фактически вот сантиметров на 60, наверное, поднято относительно линии воды. Это значит, что эта лодка отлично будет проходить волну. Но это еще не только для этого было сделано. Здесь еще планируется одна из штатных возможностей установить в носовую часть молнию ТИЗИП. И всю вот эту носовую часть использовать как багажник. С помощью молнии ТИЗИП можно просто вот открыть баллон, проникнуть в него, положить туда всякое хорошее, и будет оно там лежать и не мешать, если это не нужно непосредственно в лодке. Вот видно, что лодку подо мной не поломало, хотя она надута до достаточно скромного давления, вот спокойно пальцем продавливается. Но мои 120 килограммов эту лодочку не сломали вот здесь. Это очень радует. Давление здесь порядка сейчас там, ну, 0,15 где-то, может быть, даже меньше. Да, наверное, меньше, потому что вот свободно в любом месте прогибается. Если применять Покрафт в качестве рыболовного, что интересно, сзади за сиденьем, в отличие от Покрафтов с традиционным хвостиком, есть пространство, куда можно всякий шмурдяк закинуть и забыть о нем, пока он не понадобится, если надо оттуда достать. А так он вот там лежит, каши не просит. И хорошо. Спереди все свободно. Можно вот ноги вытянуть. Укулелька тут лежит.
Сейчас какой-нибудь концерт устрою. Места много, даже с моим ростом. Вон там, еще с запасом. То есть человек с ростом 1,90 м, даже больше, спокойно сюда влезет. И к тому же еще и сидушку-то назад можно подвинуть, если нужно. То есть покрафт для 2-метровых дядек тоже подойдет. Вот даже покрафтом эту лодку называть как-то тяжеловато. Она реально большая. Но это покрафт, потому что она очень легкая. Ну, 3,5 килограмма. Для такой лодки, которой 3,5 килограмма, 3,5 метра. Эту лодку очень хорошо будет эксплуатировать на озерах, где открытые пространства, постоянный порывистый ветер, большие пространства, где надо проходить не 1 километр, то есть там, где нужна скорость и мореходность. Что такое скорость, понятно, а что такое мореходность? Это способность лодки хорошо, безопасно и быстро идти в условиях сильного волнения и ветра. А если еще на «Аврору» установить курсовой стабилизатор, тогда характеристики улучшатся еще сильнее. Но вот люблю я курсовые стабилизаторы. Это такая вещь, которая, я считаю, для плоскодонных лодок необходима. Она делает курс как у килеватой лодки. Она позволяет достигнуть еще большей скорости за счет того, что рыскающий момент преобразуется в прямолинейный. Стабилизатор позволяет не отвлекаться на корректировку курса. Вещь наиполезнейшая. Причем, несмотря на то, что там применяются очень-очень навороченные материалы, стоит он недорого, там в районе 1000 рублей всего. Устанавливается просто, 2 кармашечка сзади приклеиваются, даже вы можете на свою байдарку любой марки поставить этот стабилизатор, никаких проблем не будет. А соответственно, если лодочку заказываете в тайм-триале и стабилизатор там же заказываете, то стабилизатор вам сразу установят в оптимальное место. Хорошо сказал, установят вам стабилизатор в оптимальное место. Какой я испорченный. А почему я без спас-жилета? А потому что он у меня вот здесь, рядом. Потому что я загораю. А в правилах указано, что жилет должен иметься в лодке по числу экипажа. Но не сказано, он должен быть надет или нет. Ну, конечно, лучше его надевать. Дремлет притихший северный город, низкие тучи над головой. Что тебе снится? Покрафт «Аврора» в час, когда утро встает над рекой. Что тебе снится? Покрафт «Аврора» в час, когда утро встает над рекой. Всегда везде, как дома, на своей родной земле. Знаю рыбьи все повадки, тут меня не провести. Спать на льду могу в палатке,
по воде три дня грести. Хорошо, когда клюет, ох, клюет, сердце радостно поет, ох, поет, ну-ка, ну-ка, что за штука? Может сом, а может щука, может это просто лещ, ну-ка, ну-ка, что за штука? Если лещ, это тоже, братцы, вещь.